Меня зовут Ваня, мне 12 лет, и я приезжаю на сборы уже в 9-й раз. Где-то 10-й, мне очень нравится здесь. На сборах я побывала 15 раз. Я была на сборах 10 раз. Я был на сборах уже 7 раз и приехал сюда вновь. Я приезжала на сборы уже 14 раз. Я второй раз приезжаю на сборы, и оба раза мне очень понравились. Я только первый раз, мне нравится. Где-то 5-й или 6-й раз. Я обожаю шахматы, начал играть в 4 года. Года – это прям моя любовь, обожаю шахматы. А где-то, в принципе, 2 года. Я играю в шахматы с 4 лет. Я занимаюсь уже около 10 лет. Мне очень нравится, один из моих любимых спортов, и я очень люблю шахматы. Около 8,5 лет я занимаюсь шахматами. Мне это очень нравится. Здесь такое классное расписание, можно и отдохнуть, и повеселиться, и можно сделать своими руками что-нибудь. На сборах мне нравится приобретать новых друзей, мне нравится заниматься шахматами, ходить в бассейн и просто весело проводить время, поскольку каждый раз, попадая в РШШ, ты чувствуешь себя живым, и тебе хорошо здесь. Мне нравится, когда мы занимаемся шахматами, когда мы всегда на переменах играем. Больше всего мне здесь нравится атмосфера. Очень хорошо можно и продуктивно работать над шахматами. Тренеры очень квалифицированные. И мы в своей группе разбираем какие-то варианты, дебюты. И это создает очень интересную атмосферу. Здесь очень нравятся ребята. Вот, здесь отличный коллектив. Всегда все очень веселые, все очень забавные, все на позитиве. Это прям здорово, это прям классно. Помимо шахмат здесь можно посетить бассейн, здесь можно посетить футбол, здесь можно погулять на улице, здесь есть большой крутой веревочный парк, также здесь есть зоопарк. Тут довольно очень большая местность, и это огромный плюс. Очень хороший коллектив, расписание интересное. Мне больше всего нравится занятия шахматами, тренерами и футбол. Да, здесь очень классный бассейн, мы играем в баскетбол, футбол, много спорта на выбор, и на мой взгляд, занимаясь шахматами, очень важна физическая подготовка, и очень классно, что именно здесь можно заниматься не только шахматами, но и своей физической подготовкой. Очень вкусно кормят, а я обожаю есть. Еда – это вторая моя страсть помимо шахмат. Действительно, здесь есть мастер-классы, какие-то интерактивы, это тоже здорово. Мне очень нравится то, что каждый раз я приезжаю, здесь что-то новое. Например, в прошлый раз у нас здесь был мастер-класс, там, кто снимет круче видео. Вот сегодня с утра у нас был интерактив про биологию. Было здорово, интересно, классно. Вот час, тихий час. Я и завтраки, обеды, ужины. Друзей много нашел, подтянул шахматы до более высокого уровня. Вот. Спасибо русской шахматной школе, я бы с удовольствием приехал сюда еще раз. Я бы хотела еще приехать. Спасибо русской шахматной школе за такие возможности, за знания и за все, что вы делаете. Я еще раз буду с радостью приезжать на сборы. Тут очень весело и интересно. Приезжайте все сюда. Хочу сказать спасибо русской шахматной школе. Обязательно приеду сюда еще раз. Русская шахматная школа всегда останется в моем сердце. Вот как время, которое я проводил, повторюсь, в прекрасном коллективе с прекрасными людьми. Я хочу сюда поехать еще, и я поеду. Я считаю, что РШШ – это место для отдыха и работы. Поэтому, если вы хотите провести каникулы с пользой, приезжайте в РШШ.